В текущем году в области совершено на 13% меньше преступлений. Раскрываемость преступлений за последние 4 года возросла с 42 до 61%, в том числе тяжких и особо тяжких, до 63%. Я рад поздравить вас от имени всех ярославцев, от правительства Ярославской области, сказать вам искренние слова благодарности за то, что в Ярославской земле жить хорошо, жить спокойно,